Сегодня новый трудовой кодекс приняли депутаты Сената. Одно из главных новшеств закона – упрощение процедур условий трудового договора. Теперь отношения между работодателем и работником будут строиться на основе коллективного договора. Его соблюдение будут контролировать прежде всего сами работники. Кроме того, в условиях непростой экономической ситуации в стране кодекс предусматривает перевод работников на неполное рабочее время или на другую работу, но ни в коем случае не сокращение. За это работодателя привлекут к ответственности. Также в законопроект введен комплексный подход о вопросе трудоустройства лиц с ограниченными физическими возможностями.